Французский Лион в начале декабря по традиции снова стал одним из центров всемирного притяжения, благодаря полюбившимся многим уличным световым представлениям. На 4 дня Лион зажигает огни по случаю ежегодного фестиваля «Фет де Люмьер» – «Праздник света». Ожидается, что сюда приедут около 3 миллионов зрителей со всего мира. В этом году фестиваль проходит в несколько необычном контексте, отмеченном мобилизацией желтых жилетов и климатическим маршем. Фестиваль включает более 40 инсталляций и световых шоу, благодаря которым по всему городу распространяется волшебная и неповторимая атмосфера. Ежегодно, начиная с 1999 года, праздник длится 4 дня. А главная дата – 8 декабря, когда жители Лиона зажигают в окнах своих домов свечи в знак благодарности Деве Марии, которая по преданию защитила лионцев от эпидемии чумы в 1643 году. Это здорово, всегда есть что-то новое. Вот уже 10 лет мы сюда приходим, и всегда можно увидеть что-то невероятное. Здесь очень красиво, особенно возле отель «Девиль». Повсюду много света, и это очень красиво, потрясающе. Мы из Японии. Очень хотели увидеть этот фестиваль, поэтому приехали сюда издалека. Вам нравится? Да, нам нравится. На этот раз в городе много полицейских. Это связано с последними событиями во Франции, манифестациями желтых жилетов. Мэра Лиона даже призвали отменить праздник света в этом году. Это действительно здорово. Старый Лион – потрясающий собор. Именно он понравился нам пока больше всего. Что вы думаете о высказываниях по поводу отмены праздника из-за происходящего в эти дни? О нет, они ни в коем случае не должны это делать. Мы хотим счастья и радости, а не плохих новостей. И сегодня все волшебно. Праздник света в Лионе, получивший в последние годы широкую известность, продлится до воскресенья.